Всем привет, с вами Юля. Сегодня суббота, 20 августа. Вот уже и август месяц потихонечку идет к концу. Ну что делать, время не остановишь. А я сегодня хочу показать вам свои небольшие успехи за эту неделю. Успехи у меня, к сожалению, действительно не очень большие, но тем не менее, кое-что у меня навышивалось и спешу поделиться. Ну, во-первых, отчитываюсь по набору фирмы «Панна». Серия «Стихии» — это у меня, напоминаю, четвертый набор из этой серии, вышивается, довышивается. И это у меня «Земля». Размер стандартный 32,5 на 32,5 сантиметра, 180 на 180 крестиков, 27 цветов. Вышивка на E14 аккаунта, ниточками гамма. Все здесь в комплекте гамма. Ну и показываю, что у меня уже есть на конве, что навышивалось. Вот потихоньку круг сужается, я то слева, то справа подтягиваю мой кружок. На прошлой неделе я вышивала вот с этой стороны, на этой неделе перебралась вот справа, пытаюсь довышивать девушку. Вот здесь вот будет ее лицо, чуть-чуть не хватило времени довышивать, и в принципе можно было бы это сделать сегодня, но тогда видео пришлось бы сильно задержать, потому что если завтра сниму, пока оно обработается, пока на YouTube загрузится, очень много времени сейчас YouTube стал проверять видео, обрабатывать, поэтому думаю, ладно, покажу так, как есть, что есть, то есть. Вот, работа получается, конечно, очень-очень яркая, сейчас такие цвета идут жизнерадостные, вот эти вот рыжие, они мне очень нравятся. Когда вот начинала вышивать вот эти голубые барашки, немножко было скучновато, потому что у меня вода была, там вся была вот в таких оттенках, а как только я уже подобралась вот к рыжим, здесь мне все, конечно, очень нравится, солнечно, ярко, сочно, жизнерадостно. Вот, ну и буду, не знаю, куда пойду. Наверное, пойду сегодня, завтра с левой стороны. Немножко повышиваю барашков. Попытаюсь вот здесь сомкнуть круг. Тут чуть-чуть вот мне нужно сделать, поэтому пойду, наверное, с этой стороны. Вот, а дальше посмотрю, как я буду вышивать. Дело в том, что высоко, конечно, не очень удобно. И, скорее всего, придется либо вверх ногами вышивать. Ну, посмотрю, как у меня будет получаться. Либо, может быть, на руках буду держать последние эти крестики, дошивать. Хотя там тоже много. Ну, ладно, начну потихоньку вот эту сторону дошивать. И там уже будет видно. Покажу немножко вам поближе, как получается. Ну, конечно, классно. Вот здесь еще нет бэкстича на этих кудряшках. А внизу вот декольте я уже все, что можно было бэкстичем, я здесь провела. Вот, такая красота. Здорово получается, конечно. Я в предвкушении завершить эту серию и уже буду начинать какую-нибудь новую серию. Пока не знаю, что, как по настроению, да, потому что столько всего интересного, к сожалению, времени мало, поэтому на что хватает сил. Вот, это у меня процесс номер один. У нас сегодня, не сегодня, а вообще последние три дня, этот месяц очень-очень жарко. По 40 градусов, и, конечно, тяжело, включая кондиционеры, пытаюсь как-то охлаждаться, но в такую жару не очень вышивается, честно вам скажу, потому что ну просто устаешь именно от жары. Так, немножко отступила от темы, переходим к следующему процессу. Итак, следующий процесс — это Dimensions. Ангельская мелодия, размер работы 28 на 38 сантиметров, и номер этого набора 8708. Вот такая картинка. Этот набор я купила в этом году, сразу приступила, и вот до сих пор вышиваю. Вот, я вообще-то надеялась, что я на этой неделе гордо вам представлю уже финиш этой работы, но не так-то все просто оказалось. Я, в общем-то, неплохо поработала на этой неделе. Я выполнила отделочные работы бэкстич. Вот здесь вот лицо у меня уже было вышито ним, да, одно крыло. Вот здесь в платье, видите, много бэкстича. Рука, мандолина. Кстати, вышивается металликом. Немножко вот здесь у меня съехала ниточка. Но это, знаете, потому что металлик. Вот.
выкладную ниточку делала. Вот юбку я здесь довышивала, были у меня здесь пропуски, неправильно было вышить где-то бэкстич, вот здесь вот я его переделала не тем цветом, он был вышит, красную ленту вот тут вышила бэкстичем, вот эти звездочки все попшивала бэкстичем. Такая, знаете, мелкая кропотливая работа, но это нужно было сделать, я вот сидела потихонечку все эти какие-то детали поправляла. Вот также я, конечно, довышивала бэкстич вот здесь, не помню, было здесь вышито, нет у меня. И полностью готова вот верхний бордюр полностью. Видите, крестики, бэкстич, все-все-все. Вышивалось, конечно, легко, но тем не менее время. Кажется, ну легко, но все равно это же время, чтобы вышить весь вот этот объем. Вот, ну и что у меня здесь случилось? У меня здесь крыло уже было частично вышитым. Я стала вышивать, вышивать. И посмотрела, что что-то мне как-то тяжело но вышивалось, и как-то цвета мне сливались. Я думаю, да что ж такое-то? Как-то так. Может быть, просто думаю, темно, вечер, мне не хватает освещения, и я не вижу отличия в цветах. Вот. Но потом я все-таки, когда уже много, конечно, вышила, тут такой большой кусок, я прям поняла, что что-то здесь точно не так. И поставила еще дополнительную лампу, стала сверять цвета. Оказалось, что я перепутала цвета и все вышивала одним цветом. Вот такая вот получилась история. Наверное, я когда брала с собой в отпуск, я либо неправильно припарковала, либо там я что-то не доглядела. Так, не пугайтесь нитки, нитки в процессе, поэтому они у меня здесь уже такие лохматые. Просто хочу показать вам эти два оттенка, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот они. Они реально, ну, прям вот как один цвет, да? Но, тем не менее, есть небольшой оттенок есть в этих цветах, вот. Вот, но они между собой прям очень-очень похожи, эти два цвета, видите? Вот, и я когда вышивала, я, конечно же, где-то их вот перепутала. Эти значки, два значка. И все, и у меня пошел вот этот вот сбой. Получается, я практически все вышила одним цветом. Ну, тут есть, получается, четыре цвета. Вот белый, вот такой темно-желтый и два вот этих вот оттеночка. И все это стало сливаться. Я поняла, что я сделала, ну, большую ошибку, да. Это было вчера вечером, а я планировала завершить работу. У меня, знаете, руки опустились. Ну, тот, кто вышивает и кто распускал, я думаю, меня поймут, потому что это не самое приятное занятие брать и распускать уже достаточно большой вышитый участок. Поэтому у меня руки опустились, я работу отложила. Думаю, так, надо успокоиться, спокойствие, спокойно, Юля, не нервничай, все сделаем. Вот, ну и сегодня утром я уже сидела и потихоньку здесь все распускала. Распустила, вот, и получается, это у меня работа на эти выходные, на неделю. Я не знаю, как у меня со временем, вот, потому что есть некоторые домашние дела, вот. И несмотря на то, что у меня как бы-то неделя, я закрыла магазин, да, как бы такая отпускная, все равно три раза на работу съездила. Вот, ну, куда ты денешься? Нужно было всех отпустить в отпуск, кто-то должен быть на дежурстве. Вот, поэтому у меня осталось здесь вышить крыло, бэкстич и выкладная лента, выкладная нить в ленте, вот в этой верхней части, потому что в нижней у меня уже все готово. И, в принципе, все. Немного работы, но, тем не менее, крыло здесь большое, здесь где-то 1500 будет, если по крестикам, если в полукрестиках, наверное, около 2000. Так, я, наверное, неправильно посчитала. Ну, в общем, около 2000 полукрестиков здесь. Поэтому 1000 получается крестиков, плюс еще бэкстич, плюс еще лента. Ну, так вот мне на пару вечеров как минимум этой работы мне хватит. Вот. Ну, в целом, конечно, уже работа такая красивая. Мне уже так хочется написать себе в моем отчетном листе, что это у меня уже финиш. Но, к сожалению, пока не финиш. К сожалению, еще нужно поработать, чтобы был финиш. Вот, показываю вам вот так потихонечку. Вот так. Все работа, такая красота.
Вот. Ну что ж, потихоньку-потихоньку продвигаюсь, и ну, как вот так получается. Но тем не менее, у меня на этой неделе все-таки случился финиш 1 minute. Да, есть у меня на этой неделе финиш. Я вам говорила, что обязательно сразу начну вот этот Mill Hill, зимние выходные, коллекция, да, как Winter Holidays, зимние каникулы. Вот это маленькая какая-то птичка, номер набора MH181831 на перфорированной бумаге. Ниточки вот остались, бисер, все вот, все остаточки я сюда сложила, потому что такие дизайны можно потом еще раз вышивать и на ткани, украшать что-то. Ну, мне захотелось вышить на перфорированной бумаге, так как есть. Вышивалась эта птичка быстро и легко. Очень она симпатичная. Здесь красивый бисер используется. Все, в общем, легко, по крестикам легко. Бисер и петит, и обычный. И вот такие вот бусинки украшения идут. Видите, вот они. Очень симпатичная. Пока я не приклеивала задник, потому что ну, как-то нужно на это отдельно организовываться, да, достать клей, все это приклеить. Вот пока вот так. Ну, по крайней мере, у меня есть какой-то финиш в августе месяце. Вот. Буду надеяться, что и будет еще один, потому что до конца августа это еще много дней. Может быть, и получится. Вот. Но хотя бы один у меня уже есть. Вот, кстати, покажу вам это икеевские такие подстаканники. Я их использую, когда работаю с бисером. Это наша ниточка нашего завода. Супер люкс, она очень-очень крепкая, такая капроновая. Ей хорошо вышивать простые, когда бисер такого обычного размера, да, под петит плохо подходит, она очень толстенькая. Вот. И эта нитка, видите, от нашего завода, Петолюда, бабочка, сороковка. Такая крепкая, классная, я вот для бисера использую. И вот в этот подстаканник я насыпаю бисер. И потихонечку вышиваю. Очень удобно. Можно сюда иголку даже припарковать, когда ну, ты вышиваешь, нужно отвлечься. Раз сюда даже иголка паркуется. В общем, подстаканники у меня эти используются. Я их очень люблю. Вот эту пробковую основу. Приятная, классная. Вот такой вот у меня финиш случился на этой неделе. Так, никуда не уходим. Здесь мы находимся. И что еще было у меня на этой неделе? Так как вот с этим процессом у меня был немножко облом. Я решила отвлечься, ну, на что-то такое, вот мне хотелось отвлечься, на что-то такое прям вот вообще простое, чтобы себя сильно не напрягать организация, да, чтобы такое что-то можно было вышивать в кровати. Конечно, всегда хочется чего-нибудь подначать, но я себя пока еще сдерживаю, потому что у меня список моих-то начатышей, он у меня еще достаточно велик. И мне с ним еще работать и работать. Сейчас, минуточку, я вам его покажу. Вот мой список, который я составила в процессе на 1 января 2022 года, прямо на начало года. Зафиксировала, что у меня есть. Вот это все мои старички, то, что напечатано, да. А это даты финиша. Да, старта здесь нет, я не стала уже все переносить, искать. Где-то даты финиша. И вот это то, что от руки, это то, что уже поначиналось в этом году. Как вы видите, начинаю я тоже очень активно. И вот я себе ставлю цель, хотя бы вот мои начатыши, хотя бы их завершать в этом году, а не плодить просто процессы. Вот. Большинство из них здесь, конечно, маленькие работы. Это мелхилки, это швейное, то, что у меня пошилось. Вот. И из крупных процессов у меня то, что еще не завершено, это ангельская мелодия. Вот она рядышком лежит. Прям вот 5 февраля начала. Видите, сколько времени прошло, и мы еще не завершились. Вот. РТО мельница, пана земля у меня тоже сейчас вышивается. РТО мельницу нужно будет тоже как-то взять в оборот, разобраться с ней. И фестралы я начала, потому что меня здесь соблазнили на СП, поэтому это уже ладно, это простительный процесс. Вот. И из всех этих есть еще Dimension Sweet Dreams Angel. Я думаю, что кто-то из вас вспомнит этот дизайн. Я его тоже прям планировала сразу вышить одним днем. Вот, и я помню об этом, я достала этот процесс, думаю, так,
Он отлежался, он уже не свежак, уже его можно вышивать. Поэтому давай, давай, Юля, вперед, бери и вышивай. Вот такая красавица должна получиться, такой красивый дизайн, шикарный. Sweet Dreams Angels, сладкие мечты ангела, или сладкие сны ангела, как правильно перевести. Так, размер работы 36 на 46 сантиметров, это техника гладь. Да, это техника гладь. Вот очень-очень редкий дизайн. Набор, номер этого набора 1494. По-моему, он 94 года, если не ошибаюсь. В общем, такой старичок. Вот. И я вспомнила об этом дизайне. Думаю, так, надо его завершать. Раз я уж хочу со всеми начатыми процессами в этом году их завершить, то пора бы взяться и за дело. Вот. Я достала этот процесс. Я решила одеть его на кюснапы, потому что на раму было бы, конечно, лучше, но рама не такая мобильная, поэтому, а я сейчас ленивая, поэтому я делаю на кюснапы. Уже не буду сейчас снимать, вообще-то, почему бы и не снять, почему бы вам и не показать, не напомнить, как у меня здесь обстоит дело. Как раз вниз посмотрим. Это очень аккуратно снимать. Нужно травмировать основу. Так, иголочку берем. Так, какие новости у нас тут? Вот такие у меня здесь продвижения. Смотрите, вот низ юбки у меня был вышит давно. Как только я приступила к этой работе, я начала именно снизу. Здесь, конечно, не все у меня дошито. Вот здесь нужно еще золото довышивать. Кстати, золотом вышиваться очень тяжело, особенно вечером под электрическое освещение. Все это блестит, глаза очень сильно быстро устают. Вот. Но, тем не менее, здесь у меня много вышито, лента пришита. Вот оборка юбки практически готова. Туфелька, я помню, так старалась ее вышивать, и у меня получилось. Вот, очень красиво здесь получается. Вот, ну а здесь, как я и ожидала, так как здесь, видите, такие большие куски зашиваются, здесь полегче. Поэтому я решила так, что я сейчас займусь платьем, а потом уже вернусь снова к этим золотым, вот отделкой. Ну, отделка золотой ниткой будет уже позже. Вот, поэтому я сейчас вышиваю само одеяние, платье, плащ, что-то у нас плащ получается. Вот, ну, поработала несколько вечеров, вы видите, что достаточно неплохо у меня здесь работа подросла, потому что действительно вышивается легко. Здесь вышивка идет шерстяными нитками, вот такими вот, достаточно нитка толстенькая, да, видите, поэтому покрытие идет такое плотное, быстро все это зашивается. Вот за пару вечеров у меня вот так вот вышилось. И несложно. Схема очень понятная. Вышивать несложно. Сложнее было вышивать вот эту оборку булине, потому что здесь нужно было, ниточка-то тоненькая, нужно было аккуратненько выкладывать направление, чтобы все было правильно по направлению нитки, чтобы создавался вот этот эффект, да, как идет изгибы у юбки. А здесь уже, видите, вот этими штрихами показано направление, как мы выкладываем нашу нить. Вот здесь выкладывается вот так, здесь будет выкладываться вот так. Видите, везде есть направление абсолютно. Ну, пока я вышиваю вот эту часть, вышиваю, видите, мне нужно вышить вот этим светло-зеленым вот эту часть. Ну, у меня там по схеме написана нумерация, я знаю, что тут я какими цветами вышиваю. Здесь всего три цвета, и постепенно я заполняю. В общем, мне нравится такой вечерний процесс, отдыхалочка, потихонечку я вышиваю. Ну что, это вот такие у меня новости этой недели. Есть у меня соблазн начать чего-то, но я подумала так, у меня вот эти процессы, мне их нужно довести до ума, я не буду начинать. Я хотела игру начать, но я тогда уйду в другую, как бы, сторону, да, отвлекусь, времени мало и все. А мне нужно сделать финиши. На вот август и сентябрь у меня стоят некоторые работы в планах на финиш, поэтому нужно себя организовать
и работать, вести к завершению вот эти процессы. Вот такие мои новости на этой неделе. Будет возможность, если будет у меня что-то навышивается на следующей неделе, обязательно тоже покажу, поделюсь. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока.